זה אולי יפתיע לא מעט ישראלים, אך אלפי פלסטינים החיים בישראל ובשטחים דוברים את השפה הרוסית. רובם רכשו את השפה כשלמדו באוניברסיטאות בברית המועצות לשעבר, וחלקם כתוצאה מניסויים עם בנות ובני זוג מברית המועצות. מני זבות סמיר, דברו פז'לות כבר כאנה, יאו צ'ין רד, פריבס ועטווס, דיס נשאי דריבני. מפגש ייחודי בין ישראלים דוברי רוסית לבין פלסטינים דוברי רוסית התקיים לאחרונה בכפר קנה במטרה ליצור קרבה ואמון ולנפץ סטריאוטיפים שליליים. وتتلمذ على يد الكثيرين من الأساتذة والمدرسين من اليهود وغيرهم. وجدنا من خلال هذه القراءة للأسف الكثير من اليهود الروس نجدهم في يعني في موقف اكثر عداء او قساوه من القضيه الفلسطينيه وغير متفهمين لنا ولحقوقنا حتى ليس الوطنيه فقط حتى الانسانيه ولذلك سعينا ونسعى لنتحدث معكم لنتناقش معكم لنخاطب وعيكم وثقافتكم وانسانيتكم باننا شعب ايضا له نفس المواصفات الانسانيه ويرغب ان يعيش في دولته بجوار دوله اسرائيل тот факт что мы здесь сидим это доказывает тому что есть возможность и встречаться и поговорить это тоже доказывает что нету расистских народов есть расистских правителей которые направляют народ на расистскую направление И, к сожалению, и тут у нас тоже правители могут это сделать с обоих сторон, не только с одной стороны. Вопрос стоит в том, создавать одно государство для всех, которые здесь, или два отдельные государства. Вы согласны на одно государство на всех? В этом я согласна на два государства, лично я. Почему согласны на два государства? Я хочу, чтобы у вас было ваше государство, а у нас было наше. Если бы сделали Но меня никто не спрашивает. 90% хотят вместе. А сделать вот Почему? А почему? Вы хотят... Я хочу для вас, чтобы у вас был ваш дом. Арабы думают, что они тоже должны быть и в Тель-Авив, и в Яфу, и в это. Потому что они считают, что вся эта страна есть. А вы у вас по-другому, почему вы не хотите? И я сказал с самого начала, пожалуйста, если хотят, я знаю, что есть какие-то образ жизни еврейский. Нет проблем. Так согласитесь. Я не хочу, чтобы наши люди выходили откуда-то, как в Гушкатифе, а потом нас бомбили. Я не хочу, чтобы бомбили ваших детей. Я хочу, чтобы наши дети друг друга как минимум уважали. Не любили даже. Уважали. Это очень важно. Если мы хотим, мы, евреи, и арабы, хотим решения социальных проблем, И хотим, чтобы прекратилась капиталистическая эксплуатация трудящихся, а жертвами этой эксплуатации являются как евреи, так и арабы, так и русские. По эксплуатации, так сказать, нет национальных и этнических границ. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы был мир. Между нами трудящимися двух народов. Мы не звери, мы обычные люди. Никого не обижают. Не съедят ни израильтянам, ни арабам. Они не преступники. Это простой народ, хочет жить. В Рамадане вот, дали разрешение для палестинцев в Рамадане. Вот они приехали в Тель-Авив, в Яфа, на море. Они кого-то обидели. Наоборот, очень много из них потонули в море, потому что они плавали. И вернулись домой. Они видели море, вот, даже не увидели, утонули там. Мне кажется, что самое важное для двух сторон – это понять ту боль, которую и та, и другая сторона причинила, ту боль признать, ту боль узнать. И когда я говорю «узнать боль»,
Я говорю, что мы встречаемся на вот эти встречи уже слишком поздно. Мы уже все взрослые. Встречаться нужно нашим детям. Лучше, да, лучше встречаться нашим детям, когда они лучше взрослые. И чтобы они не встречали первый раз палестинцев на чекпосте. Чтобы они не встречали палестинцев первый раз, когда они его арестовывают. Наши дети должны встречать первый раз палестинцев в школе. Такого же мальчика, как и он, с которым не могут обсудить, в какую ты школу ходишь, на какой ты площадке играешься, как выглядит твоя жизнь, какие у тебя интересы. И только тогда, когда мы начнем встречаться не на всевозможных встречах Организации за мир, когда мы начнем встречаться раньше, когда мы учимся, да, когда мы еще дети, тогда, мне кажется, у этого есть какое-то будущее. Нахну натаманна алейкум ка исраилиум, мин аджил исраил, мин аджил мусалихакум, мин аджил хаятакум. وأيضاً نحن من أجل أطفالنا ومستقبلنا أن تعملون من أجل أن تضغطون أن تقنعون القيادات في إسرائيل أن تصنع السلام معنا وخاصة هناك متغيرات في المنطقة هناك داعش وغير داعش إذا غاب السلام الجميع سيدفع בתום המפגש נחתם הסכם בין ארגוני בוגרי אוניברסיטאות רוסיה וברית המועצות לשעבר בישראל ובפלסטין. ההסכם עוסק בשיתוף פעולה חברתי ומדעי ולהמשך מפגשים למען קידום חיים משותפים ושלום. במפגשים בין יהודים וערבים, לא פעם השפה הערבית והשפה העברית מהוות מכשול ביצירת קרבה ואמון. נראה שהפעם, השפה הרוסית היא זו שיצרה קרבה והגבירה אמון.